перед тем, как начинать упражнение, нужно обязательно размять руки в избежание каких-либо травм, растяжения мышц и все остальное. Вероника Стасилевич – диагональный игрок Заречья Одинцова. Как и остальные игроки волейбольного клуба, Ника проводила мастер-классы для школьников. Сейчас уроки перешли в новый формат. Заниматься онлайн непривычно. Не хватает живого общения, но это все же лучше, чем просто лежать на диване. Думаю, кому нравится волейбол и все, что с ним связано, в принципе, получает какие-то знания основные. Может, подумают начать заниматься, может, уже занимаются. На начальных стадиях. Я думаю, это важно. Это действительно важно. Присоединиться к онлайн-мастер-классам может любой желающий. За один мастер-класс в режиме онлайн к нам подключаются в среднем в порядке 200-250 человек. Конечно же, мастер-класс в обычном режиме, в режиме офлайн, он не позволяет подключить такую большую аудиторию, проработать с такой большой аудиторией, это максимум 20 человек. То есть в 10 раз увеличилось количество людей, которые могут принять участие в мастер-классе. Александра Прохорова делает свои первые шаги в волейболе. Она постоянная участница мастер-классов. Девочка мечтает быть похожей на Гамову. Родители уверены, у нее все получится. Мы занимаемся в мастер-классах, ей нравится. Она говорит, что она хочет попасть в команду Заречья, то при ее стараниях, конечно, она сможет стать олимпийской чемпионкой. Я в этом плане в нее верю. Федеральный проект «Спорт. Норма жизни» продолжается, а значит, впереди еще много интересных мастер-классов от звезд профессионального спорта. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».